что нужно сделать. Первое, самое главное понятие. Железной рукой раздавить коррупцию, без всякого сожаления. Это раз. Вор должен сидеть в тюрьме. Меня никто не переубедит, что я не прав. И второе. Нужно сменить систему отношения к двум моментам. В советское время, так же, как сейчас, был финансовый капитал и промышленный капитал. И волею судьбы советского правительства, большевиков, идеологии, финансовый капитал работал на промышленный капитал. Я мог пойти в банк, взять кредит под 1.5% и строить заводы, фабрики, школы, детские больницы, бассейны, что угодно. Сейчас нынешняя власть, ее беда, она заставила промышленный капитал работать на финансовый капитал. Такого нет в мире нигде, понимаете? А мы у себя вот это допустили.